Лиока. Еще несколько походов в пятый сектор, и я соберу все элементы для антивируса. До завтра, Юми. Ага, до завтра. До завтра. Ага, пока. Ну, что? Эй, дома есть кто? Интересно, чего ты ожидаешься? А знаешь, они правы. Ты обязан это сделать. Что, сейчас? Нет, когда она начнет встречаться с другим, потому что устанет ждать от тебя действий. А если Джим заметит, что меня нет? Мы прикроем. Да! Уильям, что ты здесь делаешь? С ума сошел? Да, я же говорил. Когда мне кто-то нравится, я теряю голову. Нет, стой. Прости, я немного запуталась. Ульрих, верно. Сказал ей, что закажу футболку в интернете. А она спрашивает, как ее распечатать. А вот наш герой. Эй, ну как все прошло? Ну ладно, я пойду. Спокойной ночи. Да, и я. Эй, что случилось, а? Оставь меня в покое. Некоторые из вас уже катаются на скутерах. Думаю, вам будет полезно выучить правила дорожного движения. На сегодняшнем занятии вы узнаете, как правильно водить машину. Помочь нам в этом согласился младший уоррент-офицер Гарридж в рамках программы обмена между полицией и Министерством образования. Наш учитель физкультуры Джим также будет помогать вам изучать правила. Капрал Моралес, 7-й саперный батальон, личный номер 9212. Вольно. Вы служили? Я не хотел бы об этом говорить, капитан. Я только уоррент-офицер. Прошу прощения, лейтенант. Ну что ж, я передаю полномочия вам. Джим, я могу на вас рассчитывать. Так точно, мистер Делмас. Управление транспортным средством – это очень серьезно. Внимание, сосредоточенность. Эй, Ульрих, ну что случилось? Чего дуешься? Что с ним произошло? Когда вчера прощались, все было отлично. Да, но что было дальше? Когда он пошел за тобой к твоему дому? Он пошел за мной? О, нет! А теперь я вызываю вас по одному, и мы проезжаем по кругу. Остальные могут вернуться на места. Делмас, Элизабет. Сиси мне нравится больше, чем Элизабет. А какое у вас прозвище? Делла Руби, от. Да. Ишияма Юми. Бишон Хер. Стоунс Аэлита. Поехали. Да ты лучше меня.
Как это приятно. А ну, заткнись. Эй, вот не виноват, что ты ездишь как придурок. Штерн и Данборн, вспомните, где находитесь. Стой! Кабинет директора, живо! Ульрих. Ваше поведение чудовищно. Сила не метод выяснения отношений. В следующий раз я исключу обоих. Это ясно? Джим, в библиотеку обоих. Есть, генерал. То есть, конечно, мистер Делмас. Не бойся, Элит, ничего страшного. Они не первые, кто подрался из-за девочки. Ну а ты? Ты бы стал драться за меня, Джереми? Я каждый день бьюсь за тебя, Элита, с Зеной. Ой, как же это мило. А? Накаркал. У нас активированная башня. Скорее на фабрику. Чем раньше отключим, тем лучше. Угу. А как же Ульрих? Справимся без него. Ты сегодня рано, дорогой? Встречу с Маримото сам перенесли. А как дела с твоим словарем? Ну, звонил мой редактор и... Кто там? Стойте! Смотри! Что приготовил нам Зена? Да, Хироки? Йоми, перед домом огромный монстр! Что? Честное слово, совсем такой же, как я, Ультимейт Бластер! Папа вышел! Он! Уже бегу! Зена виртуализировал еще одного краба. Он у моего дома, родители в опасности. Беги к ним. Мы с Одом справимся в Лиока. Будь осторожна. Вы тоже. Нужно подкрепление. Это наверняка важно. А, вот так. Но... Да ты что, думаешь, мне этот телефон пригодится? Автоответчик, как не кстати. Придется без Ульриха. Так, у меня план. Давайте назовем вот эту галерею Г. Мы сейчас здесь. Буквы Л у нас будет обозначен лифт. Нужно добраться до точки Л так, чтобы не заметил краб К. Ну что, понятно? Нет, но у меня другой план. Это какой? Бонзай! Вот! Тебе нужно особое приглашение? Быстро к лифту! Я догоню! Идите в аппаратную, а я начинаю виртуализацию. Вам сюда нельзя. Тут бродит опасное животное. Но я живу здесь. Мне нужно к родителям. Мне жаль, мисс. Приказ есть приказ. Все хорошо? Ты слышишь, От? Да, но у нас тут небольшая проблема. Наш друг мистер Краб разбил все сканеры. Нет, не все. Один еще работает. Хорошо. Сначала я отправляю Элиту. Активированная башня в горном секторе. 35 градусов к северу. Сканер Элита. Трансфер Элита. Виртуализация. Теперь ты, Ос. Хорошо. Джереми, у нас тут еще одна проблема. Это какая? Ну, это целый банкет. Зена прислал нам тарелку морепродуктов. Это что еще за шум? Сидите тихо, если не хотите неприятностей. А это что такое?
краб. Что это было? Краб разбил самый последний сканер. А Элита там одна. Ну ладно, нельзя терять ни секунды. Вы должны мне поверить. Эта тварь пришла лично за мной. Я уже сказал, приказ есть приказ. Внимание всем постам. Животные только что заметили вблизи Академии Кадик. Повторяю, возле Академии Кадик. Едем. А Элита... Активированная башня на 15 градусов западнее. Осторожнее! Не бойся, Джереми, я научусь. Хорошо бы. Джереми! А, Ульрих, ты раньше не мог? Что у вас там? Зена материализовал трех крабов. Один у Юми, с другим От играет наверху, чтобы он больше ничего не разнес на улице. А третий здесь, в Академии. Мы разберемся с ним, с Уильямом. Может, меня ищешь? Подходи ближе! Кто-нибудь дома? Папа! Мам! Ироки! Ульрих! Я у домика сторожа! Ульрих! Повезло, я не стал бы тебя спасать. Эй, ты что, рехнулся? Да в чем вообще дело? Не лезь в нашу группу, понял? Парень, это ты чего-то не понимаешь. В борьбе за Юми не я на первом месте. Ты что, не знал? Папа? Эти крабы не лучше, чем в Лиоко. Алиса! Сзади! Эскадрон жертв! Разумеется. Им надо, чтобы крабы добрались до Юми и остальных. Ульрих! Джереми, одного краба мы сделали. Наконец, хорошая новость. Аэлита изо всех сил прорывается в башню, чтобы отключить ее. Но Оду и Юми хорошо бы этого дождаться. Я позабочусь. Мы позаботимся. Ah!
Джон. Кот бы тобой гордился. Они догоняют тебя. У меня идея. Это же не опасно? А, нет. Он мне показывал. И это что, должно меня успокоить? Пошли. Ты почти у сквозной пещеры в горе. Джереми, дематериализуй ультрапорт, когда я скажу, ладно? Хорошо, но зачем? О, нет! А! Ульрих! Иди сюда, креветка. Ультраскут для тебя. Что теперь? Есть у меня одна безумная идейка. Активированная башня уже близко. Строго на север. А элита?
парень. А, сколько раз я говорил, что тебе надо встречаться с ним? Ульрих, ты самый лучший! Хироки! Хироки, нет! Уходи оттуда! Аэлита! Подсадная утка! Я надеюсь, еще не поздно. Лёка. Получилось! Ты герой, Уильям. Но ты ничего не будешь помнить. Как? Башня деактивирована. Возвращаемся в прошлое. Ульрих. Эй, а ты уверенно водишь, Ульрих? Спасибо. Хочешь пойти со мной сегодня в гоночный клуб? Было бы интересно, правда ведь? Конечно, почему бы и нет?